Сама игра по себе была хорошая в нашем исполнении. Мы закрыли ихнего лидера Колтера. Справились с ним, но он забил всего 5 очков, и то в конце, там, по-моему, со штрафных. Но Химик сыграл сегодня командно, в принципе. Тут. Мы провалили последние, там, наверное, 3-4 минуты в конце. Но мы как бы не сдаемся, есть еще одна игра. Думаю, будет 1-1. Да, ну там последние там, 3-4 минуты мы уже спасали, когда Химик ушел в отрыв. Нужно было что-то выдумывать, может быть, там какая-то зона, зонный прессинг, они нас наказали. Вот. А так, в принципе, по игре в начале Химик оторвался и держал вот этот вот задел 3-4-5 очков на протяжении всей игры. Вот, некоторые наши там думки, планы по нейтрализации Колтера сработали, но, как сказал Саня, действительно, команда не состоит ни из одного Колтера, нашлись другие ребята, которые подтянули. Вот, ну и, в принципе, по большому счету, конечно, будь мы чуть-чуть поудачливее, 24-4 трехочковые броски наши снайперы выбросили, причем очень часто были неплохие позиции для броска, все бы могло быть по-другому. Спасибо. Ждем интересного продолжения. Спасибо. Ну, во-первых, хочу поздравить команду, болельщиков, руководство клуба с хорошим началом плей-оффа. Мы, в принципе, хорошо защищались, 69 очков – это неплохо. Если бы еще убрали их подборы в нападении, я думаю, было бы вообще хорошо. Ну, а так, играли в свою игру. Что-то у кого-то не получалось, другие ребята помогали. Проявили себя сегодня в командных действиях очень хорошо. Спасибо. Есть вопросы к игроку? Да, можно, пожалуйста. Пожалуйста. В этом сезоне, как и в прошлом, в общем-то, постоянно Химик обыгрывает Бипу. И, возможно, есть какой-то психологический такой момент, что с Бипа играть легче, чем с какими-то другими командами, несмотря на борьбу, несмотря на то, что это дерби. Есть ли в коллективе такое, что вот если Бипа, то у нас психологически уже сразу настрой такой. Мы их обыгрывали постоянно, вот сейчас тоже выйдем, обыграем. Есть такой момент? Нет, мы на каждую игру настраиваемся, готовимся, смотрим видео, разбираем всех игроков. Просто получается выигрывать. Добрый вечер, всех с победой. Спасибо большое болельщикам за хорошую атмосферу. Да, дерби, очень приятно, всегда приезжает много болельщиков с Одессы, поэтому как бы им тоже спасибо за атмосферу в зале. По игре могу сказать, что это командная победа, где, как Саша сказал, если у кого-то не получилось, то мы сыграли как команда, кто-то его заменил и забил те очки, которые не забили там, например, лидеры. Это очень важный момент для нас, и нужно как можно быстрее забывать эту игру и делать анализ и готовиться на субботу. Есть у вас какие-то планы, как снять вот этот вот прессинг, то, что надо, закрыли Колтера, не дали ему сыграть свою игру, или же... Конечно, да, все есть, знаете, как он промазал там 2-3 открытые броска, знаете, как бы Одесса чуть изменила вид защиты, который играли Черкасы против нас, типа, последнюю игру, да, и как бы, в принципе, все было нормально, если бы он забил там пару открытых бросков и почувствовал, может быть, было бы все нормально, но знаете, как я и сказал, что очень важный момент, если что-то не работает, то есть план Б, если не работает план Б, есть план С, как бы, и молодцы те ребята, которые, да, сыграли, на которых я сыграл вместо, например, там, Дерика или Остина, поэтому, ну, так.